средний север Красноярского края – удивительные и сказочные места. И здесь живут мои родные – бабушка, дядьки, тетки и их семьи. Ой, ты здесь! Я очень люблю Енисейск. Мы часто гуляем по его красивым улицам, любуемся храмами и церквушками. У этого города, который скоро отметит свое 400-летие, особенная атмосфера. Кстати, именно здесь, в Енисейске, я по всем православным канонам крестил свою старшую дочь. И каждое лето мы с бабушкой по традиции собираем травы. Иван-чай, душица, белоголовник. В Енисейском районе они особенно чистые и ароматные. Без пуха, вот да? Да, да, да. Обдираю листья вот так. Мы всегда смотрим Енисей, узнаем новости со всего нашего края, из нашего города. На Сашу смотрим по телевизору. Надеемся, что он нам передаст привет. В эфире телеканала «Енисей» всегда можно увидеть то, что волнует и интересует жителей самых разных городов нашего края. Поэтому и в моем любимом Енисейске нас смотрят и любят. Люблю приезжать в Енисейск к своим родным. Это мой любимый город.